Здравствуйте, любители аюрведы. Мы изучили всевозможные аюрведические растения, но по некоторым из них возникают вопросы, которые стоит прояснить. Я сегодня вновь хочу поговорить о корне растения ашваганха – дух коня. Иногда его коммерчески называют индийским женьшенем и ведущим растением для улучшения тонуса. Но немедленно возникает вопрос часто. А что, если у человека повышенный тонус, напряжение или бессонница, наверняка ему нельзя поднимать это растение? Для этого давайте проясним понятие тонус. Тонус может быть нормальный, тонус может быть повышенный, тонус может быть пониженный. Ашваганха не повышает тонус, она приводит тонус в норму. То же самое касается и артериального давления. У человека может быть пониженное давление, может быть повышенное давление. Для кому из них можно принимать ашваганху? В первую очередь ашваганха важна для тех, у кого пониженный тонус, вялость. В этом случае ее хорошо сочетать с другими травами, усиливающие энергию, усиливающие тонус. Корнем бала, клубнями витхариканд, корнем шатаварии или семенами капикачу. Если у человека чрезмерный тонус, чрезмерное напряжение, ее хорошо сочетать с корнями дашмулы, с тагар, с индийской валерианой тагар или с другими травами, улучшающими работоспособность нервной системы – брахми, джатамамси, шангпушпи. В этом случае это поможет и снять перенапряжение, и подготовить человека ко сну, и может даже использоваться при определенных формах гипертонии, повышенного давления. Тут надо понимать, что гипертония, повышенное давление может быть вызвано нарушением ваты, питы или кафы. Ашваганха подходит в случае нарушения ваты типа гипертонии. Что это значит? Когда меряют артериальное давление, всегда указывают две цифры – верхнее давление и нижнее давление. Верхнее давление связано с переполнением сосудов, а нижнее давление связано с возможностью сердца расслабиться. Именно когда повышено нижнее давление, например, 130 на 90, в этом случае может быть использована ашваганха, но не одна, а в сочетании с травами, расслабляющие и нормализующие нервную систему, как, например, в составе релаксин компании Pure Herbs. Посмотреть об этих составах и различных растениях вы можете, обратившись на сайт pureherbs.eu и также обратившись на сайт panchakarma.clinic, если хотите получить процедуры для своего организма.